Ну что ж, здравствуйте еще раз, уважаемые наши подписчики. Это «Цветочный дом сирени», мы вновь поздравляем. Сегодня напоминаем День независимости Республики Узбекистан, а именно 1 сентября. И сегодня день рождения нашей любимой мамочки Ирода Ойты. Конечно же, поздравляют ее самые любимые, самые родные дети, а именно дочка Сарвинос, сын Сироч и младшая дочка Ситора. От всей души поздравляем и, конечно, ей желаем всего самого наилучшего, что есть в этом прекрасном мире. Цветы, конечно же, нашей любимой маме. Поехали. Здравствуйте.